7 минут задержка, но вроде как игра сейчас начнется. Начинаю запись. Всех еще раз горячо приветствую на играх Tech Labs Cup. Четвертый день, группа D. Moscow 5, ESAHARA, Nexus и Kerchnet в одной группе. Это второй тур. Это второй тур. Moscow 5 проиграл свою первую игру команде Kerchnet. Вот так. И сейчас будет пытаться уже уйти от вылета. С турнира и продолжит свою борьбу в плей-офф. Сейчас я гляну быстренько, как сыграли. Так. Быстро гляну, как же сыграли первую игру. Анексис выиграли у Electronic Sahara 18-12. Вот оно что. Значит, у Electronic Sahara такая же ситуация. Ситуёвина вот такая вот, плохая. Нельзя проигрывать ни одной, ни другой команде. Если они проиграют, то, скорее всего, окажутся за бортом. Да не скорее всего, а 100%. Вот если будет ничья, то тогда кто-то из них все равно сможет выйти. Может быть. Но тоже только одна из этих команд сможет пробраться дальше. Так как Kerchnet и Anexis уже имеют по 3 очка, и после этого тура у кого-то из них станет 6 очков. У нас тут пистолетка, я вот так вот с вами разговариваю. У нас здесь пистолетный раунд, я думал, это вармап. М5 поджали своих соперников на центре. Сделали вроде как ситуацию 3 в 3, но посмотрите на хп. Доси 1 хп, у Ромшки, по-моему, тоже 1. Нет, у Ромшки 10. Вот это да. У Ромшки 10, он бежит в панике на Б-плант. Понимая, что именно туда отправились его противники, с 10 хп подбить плант. Против Сиксера 1 в 1, ну, не знаю, удастся ему это или нет. Почему? Потому что Сиксер уже убежал на А обратно. 24 секунды, у него полно времени, он может взять нож еще добежать до Б, по-моему, через респ. А вот Роману придется сейчас хватать нож в руки и бежать просто сломя голову. На А что он делает? Представлю пока составы команд быстренько, хотя нет, не успею. Сейчас уже будет заварушка тут нехилая. И Роман, ну чекни же ты ковры. Ну почему же ты не чекаешь ковры, Роман? Да, не получилось обмануть Сиксера. Ромшки, ну, Сиксер не тот парень, которого можно обмануть. Воробей стреляный, 1-0. ESAHARA вырывается вперед. Итак, теперь представлю составы команд. Французы из Electronic Sahara. Майкл Заната, Хартс, который у нас под ником Вот. Engine Купели, Маджер. Бенджамин Шарнет, Дризер. Кристоф Ксиа, Сиксер. И, конечно же, мой любимчик, французский любимчик, Микаэль Кассиси, он же MSX. Просто уничтожитель вообще со всех видов оружия. На мой взгляд, лучший французский игрок просто всех времен. Moscow 5. Ромшки, Роман Макаров, Эдик, Эдуард Иванов, Дося, Михаил Столяров, Фокс, Сергей Столяров и Хек Александр Запко. У Саши не получалась игра на трейне, он как-то так плохо держал Б-плант. Совсем что-то неудачно. Ну и, собственно, Moscow 5 проиграли с разгромным счетом 20-10. На трейне французы уступили Anexis 18-12. В принципе, ну, минус 10 раундов на данный момент у М5, да, и минус 6 у ESAHARA. Так что, по идее, ESAHARA сейчас третий.
номер в группе, а Moscow Five замыкает. Подсаживают Романа с калашом. Все, один калаш 100% сохранили. Сейчас будут пытаться выбить какой-нибудь шальной девайс. Москвичи. Еще. Вот Доси забрал MSX. Смотрите-ка. Я на радостях добавил раунд Moscow 5. Нет, 2-0. 2-0. М5 проигрывают. Что ж, у меня оговорочки по Фрейду пошли. Хочется все время сказать, Moscow 5 выигрывает, Moscow 5 вытаскивает раунд. Ставлю я раунды Moscow 5. Нет, 2-0. М5 проигрывают и решили закупиться. Вот как раз за счет того самого лоша, который засейвил. Рома, М5 решают взять в довесок к этому калашу. Два кольта, два фамаса. В принципе, вполне. Вполне мув оправданный. Вот этот мув не совсем оправданный от Фокса. Зачем идти вот так вот в наглую? Там Хека теряют, Эдика теряют, Доси, правда, приходит, помогает. Но апленд уже взяли. Вот так, пока я смотрел за Фоксом, я с Сахара молниеносно опять пролетели по коврам, по ребрам, заняли плен, поставили бомбу, 3 в 4. Нет, здесь надо сейвиться. Здесь надо бы засейвиться, ребята. Куда же вы, ребята? Роман упал, Фокс дал 1 минус 4 хп у Фокса, да, Фокс падает, и Доси последний, Михаил Стелеров. 88 хп, убегает, сейвится, ну и что? И это 3-0, и один кольт сейчас будет у москвичей. Как-то все очень нерадостно. Нерадостно, я надеялся. Надеялся. Ну, все вы прекрасно понимаете, на что я надеялся. То, чего здесь нет. Пока, на этой карте. 3-0, я Сахар. И что? И юспы, да. Юспы у Moscow 5. У Ромы Дигл. Кольт Михаила Столярова уже лежит на земле. Рядом, собственно, с Досей. Это 4-0. Это 4-0. Как я уже говорил, Moscow 5 нужна только победа. Если они хотят поиграть на этом турнире в плей-офф. Французам тоже. Французам тоже нужна победа. Что в игре с Moscow 5, что в игре с командой Kerchnet. М5 встречаются сейчас с французами. Последняя игра на сегодняшний вечер для них будет против Anexis. Будет ли это последняя игра на турнире для них? Посмотрим, увидим. Пока что-то, знаете, не радостно. Вроде, наконец-то, хороший бай у москвичей. Впервые за эту карту. Саша Запков пропустил игроков на ребра. Маджер уже прошел. Да, Маджер прошел. По двадцатке. Эдик забирает Маджера. Сикс забирает Эдика. Хек минус МСХ. 3 в 3. Бомба ставится. Бомба поставилась. Опять заняли пески французы. Тяжело, тяжело очень выбивать вот такую вот расстановку игроков. Без поджима по коврам, а поджима никакого нет. Хек, хороший шот поставил. Сейчас Сиксеру. И что, Дризер? 1 в 2, бомба тикает, 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 тикает. Роман Макаров. Молодец. Рома берет первый раунд для своей команды. Немножко сумбурные действия выглядят со стороны. Сумбурные действия М5 подбивание Аплента, но сыграл свою роль и раунд 5 вытаскивает. Ну, валидольненько, конечно. Сиксер 13 на 2 идет. Кристоф все показывает, что он игрок экстра класса. Ну, здесь вот троица, MSX, Major, Сиксер. Конечно, очень опасные ребята. Да и Харт с Дризером, я не могу сказать, что новички в этом деле. MSX, по-моему, свой кто-то дал по голове. По-моему, это был Хартс. Простреливали они там ребра и в итоге допростреливались. Там на Рому сейчас будет выход жесткий. Рома шьет перебежку под ящик, а за ящик никто не встает. Там все стоят справа от банана.
ну, если смотреть со стороны террористов, да, но вот сейчас уже Маджер здесь есть. И не только Маджер, но Романа отогнали. Романа отогнали в плент, тут к нему на помощь пришел Фокс. Сейчас Дризер будет пугать. Дризер будет пугать. Так, хочется найти мне Фокса, и не успеваю найти Фокса. Все, нашел я Фокса. Там уже Хек есть в перемычке. А куда французы убежали? Неужели французы? Да, французы, смотрите, французы уже бегут на... И нет, решают все-таки обратно на Б. Французы шустрые. Ребята, Маджер минус... минус один, Маджер минус два. Что творит? Что творит? Энджин купили, это что-то с чем-то просто. Два шикарнейших хэдшота отвесил, бомбу поставили и М5 сейвится. Знаете, после вот недавних событий с парнем Колоном, мне вот в онлайне все кажутся читерами. Просто ну, хочется воскликнуть, да нельзя же так попадать. Прекрасно я понимаю, что можно, что попадают люди. Ну, конечно, в онлайне игра многих игроков меня очень сильно поражает. Хотя французы на лане страшны. Видел, знаю... Эдик минус MSX, Эдик выжил. Это хорошо. 5-1, но главное, что девайсы есть какие-то. Сейчас будут дропы. Эдик сейчас дропнет ФАМАС. Должен Эдик дропнуть ФАМАС. Неужели сам решил остаться с ФАМАСом? Нет, М5 решают оставить. Эко. Покупают таких девайсов. Эдик сейчас под флеш будет сам себя запускать. Не справляется с Маджером, Эдуард. Минус один девайс для Moscow 5. Рома в спину заходит. Минус два от Романа. Фокс. 3-2. 3-2. MSX сидит в ручейке прямо под игроками Moscow 5. А где у нас... А Сиксер уже ставит бомбу. Сиксер уже поставил бомбу на апленте. МСХ еще Хека взрывает, да. Микаэль Гасиси просто шикарен. Дося. Дося с калашом 1 в 2. Ну, на следующий раунд бай будет, поэтому Дося не идет никуда сейвиться. Хочет, наоборот, выбить девайсы. Какое-то чудо маленькое совершить. Может быть, выбить. Минус 2 и дефузить бомбу. Так, Дося. Нет, второго не хватит, да. МСХ падает, Сиксер убивает Михаила Столярова. Это 6-1. 6-1. Счет, конечно, аховый. И вы знаете, по-моему, вот игра с Керчнет это не то, что там, Керчнет какие-то. ОМГ. Крутые были на дотрейна. Просто у М5 какие-то проблемы. Ну, просто видно, что есть проблемы у М5. Может быть, с интернетом, с компьютерами. Так, Дося, Эдик, минуса. Ну, тут же MSX Дризером отвечаю. Дося, минус MSX, отлично. 3 в 2, 3 в 2. Наконец-то численное большинство за Moscow 5. Но тяжело дефить плент, когда построим. Так, Дося хорош. Минус Хартс. Второй раунд вперед Михаил Столяров. Это я вот 100% говорю. Минус 4 от Михаила Столярова в этом раунде. Раз, два, потом три и четыре. Да, все правильно. 6-2. Что по нингам? Какие-то галилы я вижу, диглы у французов. Странно. Очень странно. Французы взяли 6 раундов, отдали всего 2, и вот такой вот ужасный бай. С Галилом и Диглом. Роман минус Маджер. У Маджера был калаш. Закидывают яму, там был MSX. А французы, по-моему, уже прошли по коврам. Нет, смотрите, французы могли пройти по коврам, могли выйти на одинокого Романа Макарова, но не сделали этого. Почему-то вот они до сих пор только на втором медле тут ходят, бродят. Хороший сейчас хайер прилетит. Нет, хайер
оказалось не очень хороший. Фокс нашел дризера где-то в районе, наверное, второго медла, опять-таки. Нет, из ямы выходили французы, старались что-то сделать. Ромушки нашел МСХа. Хек минус Сиксер, отлично. Ну и Хартс последний. Где у нас Хартс? Хартс сейчас тоже пойдет из ямы выходить. Я думаю, что Майкл Заната... Ну вот один фраг, да, дает. Но один в четыре. Ромушки. Ромушки молодец. 6-3. 6-3 счет немножко выравнивается потихонечку, полигонечку. Сейчас будет так и раунд у французов. Счет станет 6-4. В принципе, все не страшно. Да, Хартс пошел в ручеек под флеши запускать своих тиммейтов, но вряд ли у него это удастся. Почему? Потому что здесь жесткий поджим. Да. Ну это экран без потерь для М5. Да, принимает. Принимает Фокс Эдиком оставшихся двоих игроков. МСХ и Маджера 6-4. Ну что, М5 поймает кураж или нет? Должны, ребята. Ну, ловите уже его. Вот же он летит. Прилетел уже. Сел. 6-4. Экономика стабилизирована. Все отлично. Три раунда подряд взято. Причем там буквально без потерь. Опять сейчас идет поджим второго медла. Размен в 1 в 1. Так, еще один размен. И вот теперь уже размен не в пользу. Совсем не в пользу М5, и вместо 2 в 2 оказывается 1 в 3. Эдик. Шикарный второй от Эдика. Ну и все, мудрые французы понимают, что а зачем нам идти на Эдика, если мы можем уйти на Б. Эдик забирает дризера, не без труда, забирает, 12 хп у него остается из 80. Ну, с 12 хп тащить бы план-то, конечно. Всем прекрасно все понимаем, это 7-4. Давайте посмотрим пинг игроков, одинаковый пинг игроков. По статистике, Сиксер 19 на 6, Хартс 11 на 8. Это МСХ, которого я так расхваливал, прям... Говорил, какой он классный, пока 5 на 9. Ну, это вы все прекрасно понимаете, что раз от раза не приходится. У каждого игрока есть карты, где он в топе по фрагам, есть карты, где он рулонит по фрагам, и это ни о чем не говорит. А вот 7-4 нам говорит о многом. Говорит о том, что М5 сегодня не в ударе. Пока что посмотрим за продолжение. Так, тут намечается какой-то поджим Доси Хека по коврам или нет? Или да? Хочется найти мне Досю. Доси сейчас будет небольшой кладчик. Нет, тут Хек пришел на помощь, кладчика не будет. Здесь будет... Тупо 2 на 1. Хороший, отличный просто хае. Смотрите на хп французской команды. И сейчас Фокс. Фокс минус 1. Забирает он Хартса. И атака, атака, наверное, пойдет все-таки на А. Побояться идти на Фокса. Причем Фокс уже дал инфу. Все-таки я склоняюсь, что это фейк. Ну и... Да, французы отходят. Отходят на аплент. Мне кажется, слишком жесткая перетяжка была сейчас у М5. Слишком много игроков перетянулось к Б-планту. Если сейчас упадет там Эдик на центре, а он вполне может. Фокс, Хек. Так, ну все, Б-плант очищен. Остались Дризер и Мажер на центре, и они, по-моему, идут опять на Б. Да, но это пятый раунд для Moscow 5. Здесь уже можно выдохнуть, здесь можно подрасслабиться. Хек нашел Дризера. Маджер нашел, правда, Ромшки. Но Маджер уходит на сейв.
Марджи не хочет отдавать калаш денег. У Ясахары совершенно немного, если не сказать очень мало. Я не удивлюсь, если сейчас увидим Галилы опять. У французов смотрим. Смотрим, что же они купят. По-моему, вообще ничего не купили. Да, это Эко. Эко с одним калашом, который сейчас... Смотрите, что Маджер успел сделать. Маджер успел. Кека, Дойс убивает Мисикса. И берет Дигл, да. 6-7. Вплотную куда брали с Moscow Five, наконец-то. Мы видим жесткую борьбу на карте. Никаких 11-4, да? 6-7 и М5 близки, чтобы выиграть. Первую половину 8-7 хотя бы. 8-7, ну, в принципе, для Inferno это очень даже неплохо. Moscow Five почувствовали силу, почувствовали, что могут. Могут давить. Ромушки, отлично, минус Маджер. Маджер был с диглом, правда. А тут массовая атака по коврам, смотрите. Сейчас будет выход. Выход на Александра Запкова, Хек дает минус один. Тут же его прикрывает Дося. ММСК где-то нашел Фокса, по-моему, это было в районе люльки. Да, и Дося еще два минуса, отлично. При поддержке, знаете как... В фильмах в начале Михаил Столяров при поддержке Хека дает минус 3 за раунд. Хек там хорошо помог. 7-7. И диглы на последний раунд у французов, но это 8-7. Все хорошо, все отлично. Радует меня, что опять нашли свою игру, пусть не с самого начала, но поднажали, смогли и все-таки статус какой-то восстановили. Эдик совсем обнаглялся, ВП полез в упор. Саша Запков тут минус 3 в дым шикарных выдал. Да, когда М5 поймают кураж, они, наверное, самые страшные в мире просто. Но бывает, уходит от них это чувство. Чувство победителей. Потом долго не может вернуться. 8-7. Moscow Five выигрывает первую сторону, но расслабляться еще рано. Все-таки дефенс немножко попроще от Inferno. Хотя спорно, но мне кажется, что попроще. Итак, пистолетка. Опять побежали. Побежали тащить, я надеюсь. Спускают Хек на банан. Три игрока от Ясахара в центре. Дризер перетягивается под А, а М5 постепенно перетягивается под Б. Взрывают Харца. Все, Б-план пустой. Все флаги просто в гости будут к нам на Б-планте. Правда, французы молниеносно хелпуют уже. Уже на планте. Дризер уже отличаются фрагами. Ромшки минус Сикс, Сиксер минус Седик, Дося минус Дризер, Маджер минус Ромшки. Да, и Сиксер минус Дося. Что французы творят вообще с перетяжками? Это просто молниеносные какие-то мувы, молниеносные просто какие-то обманные хода. Я только что включил вот так вот овервью, да, посмотрел. Четыре француза на ребрах. Вот так вот переключаюсь. Бац, уже четыре француза на Б-планте. Как они это делают? Не знаю. Тем временем 4 в 4, 3 в 3. Russian Deagles в действии. Фокс, шикарный хедшот, минус Сиксер. Бедный Дризер уже, мне кажется, у него коленочки-то затряслись, но нет, смотрите, Хек забирает, дожидается своего тиммейта. А, Эдик с Фоксом берутся. Берут плент и бегут на Б-плант, который пустой. Но там уже французы на подходе, да. Харц уже близок. Харц уже близок, и сейчас Харц получит голову от Фокса. Что творят Moscow Five?
Шикарный раунд, шикарные диглы. Забрали троих, взяли девайсы, ну и потащили раунд, скорее всего. Хотя, не знаю, посмотрим. Дризер опасен. Бенджамин Шарне, минус один, минус Эдди. Ну, Фокс. Фокс хорош, на тайминг вышел. 9-8. Фокс, по-моему, дал минус 4. Фокс, Фокс, Фокс. Нет, минус 2 от Эдика, минус 3 от Фокса. 9-8. Два экраунда от французов мы увидим. Это 11-8. И это очень радостно. Пауза. У кого-то какие-то явные были проблемы. Хотя нет, смотрите, паузу сняли. Странно. Какие-то молниеносные проблемы. Кто-то чихнул, по-моему. И поставил паузу. Опять шатают своих оппонентов. Смотрите, что французы уже не знают, что им делать. Там Фокс, бедняга, последний, идет. Спину никто не смотрит. Никто не смотрит спину. Как так? Ой, сейчас будет опасно. Ну все, ромшки забрали. Ну, слава богу, что так отделались. Москвичи 2 в 2 без брони. Французы, да, ну и без хп французы. Фокс забирает Сиксера Хартса. Могло быть гораздо страшнее, если бы французы чуть-чуть пораньше вышли и могли бы там в спину просто расстрелять всех. Да, конечно, там было 2 юспа, 2 дигла, но все равно. Поверьте мне. Чисто по фокусу 1, 2, 3, 4 можно убить за пару-тройку секунд вчетвером. Главное, чтобы патронов хватило. Второй экраунд. Все правильно. Все как полагается. Фокс, Фокс, Фокс. Фокс чекнет или нет? Фокс почему-то решил не чекнуть трайта, просто так стрелялся, забрал маджера. И на этом все. Отдал кольт Дризеру. Опять теперь надо бы идти выбивать девайс. Пойдут они это делать или нет, неизвестно. Но им надо еще Сиксера сначала тут сделать. Сиксер тоже не промах. Сиксер забирает одного, Хеку еще дал по голове, оставил ему 20 хп. Ну, в принципе, 3 в 3 тащить можно. Ромшки нашел он Сикса, Ромшки простреливает тут, это, по-моему, Хартс. Ну и Хартс с Дризером все-таки решают засейвить этот кольт. Ну, к сожалению, Дризер его не засейвит. Кольт он передал Хартсу. Вот оно что. Хартс в пленте. Хартс не сможет засейвить кольт. Это шикарно. Это 11-8. Фух, Moscow 5. Ну, неужели? Неужели есть оно? Будет. Пока еще точно не есть. Но надеюсь, что будет. Тем временем у нас должна бы уже начаться последняя третья игра на сегодня. Но у нас только, можно сказать, половина второй минула. Тем временем плохой бай от французов. Хотя нет, какой плохой бай? Что я несу? Отличный бай от французов. Размен 4 в 4 остаются команды. Дризер, правда, очень несладко на гитрайте. Сюда бы хайе. Эх. К сожалению, не знают игроки М5, что там есть кто-то. Хартс и Дризер, смотрите, два игрока держат Б-плант. У них у обоих по 15 хп. Ну, по 20, хорошо. Ох, какая засада для Moscow 5 в исполнении французов. Но падает. Падает эта засада, не справляется. Остаются вот те самые коцанные Хартс и Дризер. У них у обоих там по 20 и 23, по-моему. Да, 20 и 23. У М5 100 и 35.
Ну, Дося. Дося здесь опасен. Дося здесь должен тащить. Должен брать раунд. Дося минус один. Дося шьет второго, пытается убить. 20 хп. Дризер и Дося. Хорошо. Спину сбирать еще и второго. 12-8 эко раунд. Для Сахары это 13-8. И по-моему, вопросы потихоньку начинают сниматься с победителя этой карты. И это очень радует меня. Очень важен исход матча Annexis Kerchnet. Крайне важен. Потому что если Annexis побеждает Керчей, если Annexis побеждает у Керчей, там все очень жестко. Там у трех команд по 3 очка, по 2 очка, по 3 очка, у Annexis 6. Если им 5 тащит. Против Annexis это становится счет по 6 очков у трех команд, при условии того, что Керчи победят у Есахары. Ну, вы понимаете, к чему я клоню. Я клоню к тому, что будет повторение вчерашней истории, где три команды, у трех команд по 6 очков, все считаются раунды. И Alternate Attacks, которые шикарно просто выиграли у SK Game на втором дасте, вылетели с турнира. И Moscow 5 могут вот поплатиться, да, выиграть у Есахары, выиграть у Annexis, и все равно будут считаться раунды. В общем, не завидую. Команде... Но с другой стороны, если Annexis выиграют, то у Moscow 5 есть хороший шанс выйти с первого места, а не со второго при поражении. В общем, русская рулетка будет. Тем временем у нас 13-8, и, по-моему, этот раунд за французами. Тут Сиксер уже двоих сфотографировал на банане. Дося, шикарно. Дося не смог забрать MSX, получилась флешка еще тут от Хартса. Хартс врывается еще под одну флешку, забирает Эдика. Не хватает, Сиксер минус 3. Молниеносно произошла развязка раунда. Я уж думал, сейчас Дося перевернет этот раунд, даст две головы. К сожалению, не получилось. Ну и отличные флешки от Хартса с Дризером там были. Просто шикарные. М5 были не в состоянии отвернуться от них. Это были, конечно, не моменталки, но практически не моменталки. Так. Будет ли дуэль снайперов? Сиксер Фокс. Так вот смотрят, но не туда смотрят. Тут еще Хек, но... Хек. Даже не знаю. Хек прошивает Сиксера. Смотрите, как он просто попадает вот точно туда, где был Сиксер. И забирает Сиксера со второй попытки. С двух пуль, двумя прострелами. Просто шикарно. Хек. Ромшки прикрывает Фокс. Фокс забирает Хартса. Ромшки. Не успел, к сожалению, прикрыть Хека. Дося минус MSX 4 в 1. Знаете, так стояние на реке Угре какое-то, полраунда. А потом бац, все. Moscow 5 выигрывает раунд. Вот он Counter-Strike, да, профессиональный, где команда стоит, ждет какой-то маленькой, вообще микро ошибки. Как сейчас модно говорить, нано ошибки. Противник получает эту ошибку, вот как сейчас Сиксер там показался, получил два прострела подряд, умер, и все. Дальше идет размен, точнее игра от размена, и все. У французов убогий бай. Ну вот сейчас Дризер, правда, шикарно просто в рядок кладет ромшки с Эдиком, это 3 4 на плент вышли, правда, сейчас бомбу поставят. Так, хороший хае. Еще одна хорошая хае.
Дося, Фокс, отлично, ребята. 2 в 2, бомба тикает, тикает, тикает. Фокс минус Хартс. Сиксер последний, Сиксер минус Фокс. И Сиксер с Доси, клатчик. 19 хп против 52. Да, Сиксер думал, что Доси в коврах. 15-9, это ГГ. 15-9. Денег нет. Денег у французов нету. Я, конечно, не буду сейчас прям кричать, радоваться за победу, но... Ну, 5 диглов. 5 диглов у соперников Moscow Five на последний раунд. На решающий последний раунд. В очередной раз Moscow Five доказали, что они команда атаки. Все-таки, а не оборот. Маджер минус Доси. Тем временем... Французские диглы, ну, на мой взгляд, французские диглы не менее опасны, чем русские. Это вот мое мнение. Особенно в исполнении Микаэля Кассиси и Энджина Купели. MSX и Маджер — это ребята, по-моему, родились с диглом в руках. Ну вот что мы видим, да? Уже два минуса с дигла. Кстати, у Дризера есть ФАМАС. Так, я поторопился говорить, что французов одни диглы. Фокс не попадает. Дубль 2. Тут Дризер как раз-таки, Дризер со своим злосчастным ФАМАСом. Фокс находит Маджера. Составы выровнены. Хартс, хитер, бобер, как ты смотришь? Вот почему он смотрит именно эту точку? Хорошо, что сюда ребята не пошли. Перестрелка у Хека с Хартсом. Нет, это как раз таки Дризер. Дризер уже в больших... больших песках у нас был Сиксер. Да. Которого уже убили. Я почему-то был уверен, что Сиксер был на Б-планте. И упал именно там, но нет, это 3 в 1, это минус Дризер, и это... Да, это победа! Moscow Five берут 3 очка и просто вселяют нас веру, надежду, любовь, веру в победу М5. И во второй карте, в третьей карте на сегодняшний вечер, что Moscow Five все-таки выйдут. Мы на них посмотрим еще... В стадии плей-офф. Кстати, вот если я не ошибаюсь, в стадии плей-офф проходит четверг-пятница. Но могу ошибиться. Следите за анонсом на нашем сайте. Обязательно появится. Хек тут не щадит никого, ни чужих, ни своих. Команда победила. Что тут? Что уж тут беспокоиться? 17-9, ну дальше пойдет разгром. Дальше пойдет разгром. Почему? Потому что Е-Сахара... Все, у Е-Сахары руки опущены. Е-Сахара лишилась шансов на выход из группы, проиграв 2 игры из 2. И игра с Керчнет. Для них решать не будет ничего. Ну, единственное, если Керчи сейчас проиграют Анексис, а потом проиграют Е-Сахари, то нет. С турнира на М5 с Анексис будет решать, кто будет круче в матче просто за первое-второе места. Так, ну тут 4 в 1, тут оставшиеся Сиксеры, тут 18-9, 3 раунда до конца, и тут уже, в принципе, комментировать здесь уже нечего, команды просто доигрывают. Самое интересное будет после этой игры, будет Анексис против Moscow Five. У Анексис, кстати, тоже есть заменки, но об этом потом поговорим. Но новые имена и в этой скандинавской команде присутствуют. Такая вот мода у скандинавов. Замена.
Ну, смотрите, экран, по-моему, французы вытаскивают. Только вот я говорил про французские пистолеты, про французские диглы. Нет. Харт 65 хп, 1 в 2 против 10 хп. У. Эдика 12 хп у Фокса. Харт взял девайс. Ну, в принципе, по одной пульке попасть по Эдику, попасть по Фоксу не попадет. Эдик шикарен. Эдик не оставляет никаких шансов. 19-9 и 2 раунда до конца. Французы тут закупили кучу АВП. Одно, кстати, АВП уже. А уже и не АВП вовсе. Но еще есть Сиксер. Сиксер тоже здесь же. Посмотрим, сможет ли справиться. С Сергеем Столяровым. Да, справляется. Сиксер забирает Фокса на банане. Ну, так вот, один на один. Разменялись. Снайпер французских, французской и русской команд. Роман Макаров минус 2. Эдик поджим. Не справляется с поджимом Эдик. Падает от Маджера. Ну, 2 в 3, все равно бомба стоит. Сиксер. Шикарно. Минусует. Сиксер минус Хек. Ну что, будет хайлайт? Или нет? От Кристофа Ксе смотрим. Нет, не будет. Дуся успокоил. Успокоил парня, сказал. Все, calm down, говорят. Англичане. Маджер не успеет. Бу-бум. Да, 29. Опять я ставлю почему-то 1-0 в пользу. В пользу Сахара по картам. 29, последний раунд. Ну, красивый раунд, интересный и даже немножко смешной. Ну и Сиксер шикарный, минус 3 отвесил. Особенно вот последние два фрага просто были на высоте. Эдик минус Дризер. Фокс минус Маджер. MSX минус Хек. Фокс минус MSX. Хартс минус Эдик. 3 в 2. Где же там перестрелки-то? На банане перестрелки. На Фокса там нападают. Фокс собрал на себя всю французскую команду. Просил помощи от Доси. А Доси не справился. Брат за брата. Не ответил. Так, Фокс. Фокс зато ответил за брата. И Фокс промахивается. Фокс по Харцу. Харц убирает Фокса. Один в один. Бомба стоит. Ромушки сидит в больших песках. Никуда не торопится. И вообще, в Ромушке все хорошо. Ромушки на песочке. Солнце светит. Бум-бум-бум. Все. 21-9. Есть же. Moscow Five побеждает на первой... первую свою игру на турнире TechLabs Cup. Правда, не в первом туре, а во втором, со второй попытки, но все-таки далась им победа.